Женщину вдохновляет материнство, женщину вдохновляет любовь, женщину вдохновляет и то, и это, и неважно какой, использовать материал для творчества. Созидание – характерная женская черта. Объединяться, чтобы творить, художницы начали в Пензе, потом присоединились и самарские художницы. Еще Демокрит говорил, что единомыслие создает дружбу. Мы именно начали дружить, да, когда начали создавали проекты. И вот нам проще, да, вот мы сейчас, у нас вот 12 участников, да, вот нам легко, свободно, мы общаемся на любые темы. В первую очередь, конечно, творческие, да, ну и, конечно, там и семейные. Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. 12 профессиональных художниц выставили по две работы. Всего 24 произведения искусства на тему «Лето». О том, что женская рука пишет по-своему, в первую очередь говорят мужчины. Но не все художницы согласны с таким утверждением. Искусство, говорят, не имеет пола. Такой стереотип, наверное, есть забитый. Вот. В любых техниках можно показывать и... От человека зависит, как он дышит, так он пишет, так он делает работы, и не от его пола. Портреты, узоры, цветы и вода, акварель, масло, эмаль, керамика и ткань, выставка «Ее глазами» – это окружающий мир по-особому, такой, каким его видят женщины. Марьяна Мирная, Константин Головин, «События».